В этом году собирать жимолость приходится в перерыве между дождями. В самый сезон сбора первой летней ягоды подвела погода. Но истинных фанатов этого процесса такие неудобства нисколько не пугают. Ведь только здесь, на опытном поле Дальгау, можно попробовать самые вкусные и полезные образцы. Тамара Абаджан специально приехала в Некрасовку из соседнего района. Говорит, такой крупной селекционной жимолости еще ни разу не видела. Собирать ягоды – одно удовольствие. Перемолоть сахаром, зимой свеженькую кушать и заморозить еще частично. Скажите, а вы знаете, что здесь есть разные сорта? Какие-то повкуснее, какие-то нет? Я попробовала уже. Одна горькая, а другая послаже. Вот горькая, говорит, полезна сильно. Впрочем, ученые говорят, вкус жимолости на содержание витаминов и микроэлементов не влияет. На этом поле можно найти гибриды с оттенками клубники, банана, яблока. Каждый куст – это результат многолетней кропотливой селекции. Может быть, банановый привкус, хотя как такового сорта вот жимолость с банановым вкусом его не существует. Селекция жимолости в Дальгау занимаются с 1996 года. В основе всех гибридов три классических сорта – съедобная, камчатская и жимолость Турчинова. Первые образцы, выведенные на их основе, уже прошли госсортоиспытания. Сейчас на очереди новые. На данный момент есть также образцы, которые готовятся только к передаче на государственное сортоиспытание. Ну и государственное сортоиспытание занимает где-то 6-8 лет. То есть, ну, опять же, нужно вырастить материал, там должны оценить, действительно ли это новый сорт, отличается ли он от существующих и стабилен ли он в течение нескольких лет. Селекция жимолости – процесс кропотливый и трудоемкий, не всегда успешный. Культура очень прихотливая. Саженцы могут погибнуть при сильных заморозках, повышенной влажности или вовсе пострадать от болезней. Задача ученых – методом проб и ошибок – вывести вид полностью акклиматизированный к дальневосточным погодным условиям. Мы 20 лет, допустим, потратили на выведение сорта, а климатические условия у нас, ну, такие среднемноголетние, да, за 100 лет. Естественно, смена вот этих вот условий, она может приводить к тому, что сорт вдруг стал неустойчивым. Или могут развиться болезни соответствующие. Ну и потребитель тоже, он просит ягоду крупнее, то есть вкуснее, чтобы более урожайные. Удовлетворить спрос садоводов-любителей амурские селекционеры готовы. Сезон жимолости в Амурской области постепенно подходит к концу. Собирать ягоду, в составе которой есть все самое полезное из таблицы Менделеева, можно будет еще неделю. Юрий Камышный, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение.